Тетя! Крыма, Симферополь. Переехала в Киев, когда мне было 19 лет. Вот сейчас мне 34, но родители приехали сразу к Крыму. В Крым пришла Россия. У меня папа крымский татарин. Папа сказал, что не будет находиться там под Россией. Ну, дети, знаете, они же вообще скрывают свои чувства, эмоции. Выходим на улицу, там он мне говорит: мама, мне кажется, что на улице звук бомбы взрываются. Хотим переехать границу безопасности, побыть какое-то время, и очень верим в то, что мы сможем вернуться домой. Бай-ба-сина. Что делать? Так вот, друзья, 21 век, город Херсон, подвал. Большинство здесь уже родило, есть маленькие дети. А вот две у нас на подходе. Передайте привет, пожалуйста. Я ему сказала, что есть такая страна, которая хочет вести свои правила. А мы же свободные. Вот. И поэтому она вот решила привезти сюда свои танки. Так, а що це ти намалював? Витрій, це тенки, перемагає ворогів. Серйозно? Так. Ух ти, український вертоліт перемагає ворогів, так? Я хочу сказать, что в России отношения очень негативные. Даже то, что поколение, которое растет, уже будет с ненавистью к этой стране. Вот, это точно факт. А вообще, говорит, знаешь, я как хочу, я говорю, как, чтобы Россия обкакалась. Россия, забери свою безхатну, больше не хочешь поховаться. Путин, ты не видно. Украина, это наша земля. Россияне, білоруси, навіщо вам ця війна? Путин, забери руки від України.